Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним задание номер 1 на странице 42. В этом упражнении мы должны будем выполнить два задания. Задание первое. Измерь стороны многоугольника и найди периметр каждого из них в сантиметрах. Итак, давайте найдем периметр первого многоугольника. Длины его сторон равны 3 сантиметра, 4 сантиметра, 1 сантиметр и 4 сантиметра. 3 плюс 4 получится 7, 7 плюс 1 равно 8, и 8 плюс 4 равно 12 сантиметров. Периметр первого многоугольника. Теперь найдем периметр второго многоугольника, а точнее треугольника. Длины его сторон равны 3 сантиметра, плюс 3 сантиметра и плюс 4 сантиметра. 3 плюс 3 равно 6 и плюс 4 равно 10. 10 сантиметров – периметр второго многоугольника. И находим периметр третьего многоугольника, пятиугольника. Длины его сторон следующие. 2 сантиметра, 5 сантиметров, 5 сантиметров и 3 сантиметра. 2 плюс 5 получится 7, 7 плюс 5 равно 12, 12 плюс 3 равно 15 сантиметров. Периметр последнего многоугольника. Вспомни, как, используя циркуль, находили длину ломаной. Расскажи, как можно найти периметр многоугольника, не узнавая длину каждой из его сторон. Найди этим способом периметр треугольника. Нужно отложить на прямой один за другим отрезки, равные по длине сторонам треугольника, а затем с помощью линейки измерить длину всего получившегося отрезка. И у нас получится отрезок длиной 10 сантиметров. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь.